Господи, помилуй нас. Что мы спешили, Господи, прости нас, конечно, это погоду. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посетители немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава веки. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое, и многократно омой меня от беззакония моего, греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое, я сознаю, грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и через суде Твоем. Вот я в беззаконии зачатый, в грехе родила меня мать моя, вот Ты возлюбил истину в сердце, внутренне явил мне мудрость Твою. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, изгладь себе беззаконие мои. Сердце чистое сотвори во мне, Божий, дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духа владычественным, утверди меня, научу беззаконных путям Твоим. И нечестивые к Тебя обратятся, избавь меня от кровей. Боже, Боже, спасение моего, язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои возвестят хвалу Твою, бо жертву Ты не желающая дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, Ты не презришь, Боже, о благодетельству, Господи, по благоволению Твоему все он. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды и возношения всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцо. Волною морскою, ускорившего древле гонителя мучителя, под землею с крыша спасенных от рации, но мы, як от раковицы, Господи, поим славного прославися. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Господи, Боже мой, исходное пение надгробную Тебе песнь воспою, погребением Твоим, жизни моей я, входы отвершему, и смертью смерть я от умертвившему. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Горе я на престоле и доля во гробе, примирное подземное помышляющее, спаси мой. Выблекуся умершлением Твоим, пачу мабу, виден был и смерть, живоначальниче. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Да Твоя славы вся исполнишь, и сшил еси в нижней земли от Тебе, бо не скрыся состав мой и живодами, и погребен, и стревшими обновляющий человека любче. Тебе на водах повесившего всю землю неодержимо, тварь видевшая, на лоб невисимо, ужасом многим содрогавшийся, не свят разве Тебе, Господи, взывающий. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Образы погребения Твоего показал еси, видение умножив, ныне же сокровенное Твоя богомужно уяснил еси.
и сущим в аде, владыко, ней свят, разве тебе, Господи, взывающий им, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Просверлуйся, длани и соединилуйся, древле расстоящееся одеянием же, спасие же плащаницы и во гробе, окованные разрешилися, ней свят, разве тебе, Господи, взывающая, помилуй мя, Боже, помилуй мя. И гробом, и печатьми невместими содержим былыси хотением, ибо силу твою действию показал еси, богодейственно поющий мне свят, разве тебе, Господи, человека любче? Гроб твой, спаси, войне стригущие, мертвее это блистание явшегося ангела быша, проповедующий же нам воскресение. Тебе славен, тли потребителя, тебе припадаем, воскресшим из гроба единому Богу нашему. На кресте твое божественное истощание, провидя вакуум, ужасся вопияше. Ты сильный, пресеклыйся державу блажи, приобщающая сущим в аде, яко всесилен. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Седьмый день днесь осветилось и Боже древле благословилось и упокоением дел. Приводишь его всячески, обновляешь и субботствуя, спаси мой и назидая. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Силы лучшего победившего тебе от плоти, душа твоя разделись, растерзающий бо обоя узы, смерть и адословие державы твоею. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. От слове средь огорчися человека зря обожена, уязвлена ранами и всесильно деятеля, страшным же зраком погибе. Богоявление твоего Христе к нам милостивно бывшего, Исаия свет видих не вечерний, из ночи утреннего взываше. Воскреснут мертвые и восстанут сущие во гробе, и все земнородние возрадуются. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Но творившие земные создателю перстен бы их, и плащаницы и гроб являют, еже тебе слове таинство. Благообразный его советник тебе родшегося совет образует, тебе велелепно новотворящего мя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Смертью смертное, погребением тленное предлагаешь, и нетленно творишь, ибо боголепно, бессмертно творя приятие. Плоть бы твоя истление не видит, владыко, ниже душа твоя в аде страннолепно оставлена бысть. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Из небрачной прошед ты проводен, ребра садителю мой, из нее садилось обновление Евино. Адам бы уснув по честества сном естественным, и жизнь воздвигнув от сна и тления, яко всесилен. Яд бы с неудержан перси китовых иона, твой бы образ нося, страдавшего и погребению давшегося. Яко чертога от зверей зыги, приглашавшие же кустодеи, хранящие суетное ложное, милостью оставили истия, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Бен был иси, но не разделился иси слове, я же причастился иси плоти, ащебо и разорися твой храм во время страсти. Ну и так, о един, без состав божества, и плоти твоя в обоих, бо един еси Сын, Слово Божие, Бог и человек. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Человеку убийственно, но не Бога убийственно, быть прегрешение Адамово, аще бо и пострада твоя плоти перстное существо. Но божество бесстрастно прибысь, тленное же твое на нетление приложил еси, и нетленной жизни показал еси источник воскресения. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Царствует ад, но не вечнует народом человеческим, ты бы положься во гробе державне, живоначальную дланью смерти ключи разверглися, и проповедовалась от века там о спящем избавление неложное. Бы в спасе мертвым первенец, бездну заключивый мертв зрится, и смирную, и плащаницу обвився, во гробе полагается, яко смертный бессмертный,
жены же придоша помазать Его миром, плачущая, горькая и вопиющая. Сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос уснул, воскреснет триневен. Содержайся на крест, вознесейся, и рыдайся, тварь, так увидишь и наго висящий на древе, солнце лучи сокрынь, и звезды отложишь освет, земля же со многим страхом поколебайся, и море побежи, и камень распадейся, граби же мнозе отверзошася, и телеса восташа святых мужей. А снизу стенет иудеи советуют оклеветать и Христово воскресение. Жены же взывают, сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос уснул, воскреснет триневен. Изреченное чудо в пищи, избавы преподобные отроки из пламени, во гробе мертв бездыханен полагается во спасение нас поющих. Избавителю Божий, благословен еси, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Уязвися от сердца, прием уязвенного, копием ребра, и воздыхаем огнем божественным, и ждеваем во спасение нас поющих, избавителю Божий, благословен еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Богат гроб в себе, бо приим, яко спяща сорителя, жизни божественное сокровище показайся во спасение нас поющих, избавителю Божий, благословен еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Законом умерших, еже во гробе положение, всех приемлет жизни сего источника, показует восстание во спасение нас поющих, избавителю Божий, благословен еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Едино бяши неразлучно, ежеваде во гробе и во Эдеме Божество Христово с Отцем и Духом во спасение нас поющих, избавителю Божия, благословен еси. Ужаснися, боясь небо, да подвижется основание земли, себо в мертвецах меняется, вышний живи, и во гроб мал странно приемлется, его же отроцы благословите, священницы воспойте. Люди превозносите во все веки, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Разрушися пречистый храм, падший же совоставляет скини Адаму, бу первому вторых, и же вышний живи, сниди даже до адовы сокровищ. Его же отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Перстая дерзость учеников, Аримофей же изрядствует Иосиф, мертв бо, и наго зря над всеми Бога просит и погребает, зови, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки, помилуй мя, Боже, помилуй мя. О чудесе новые, о благости, о неизреченного терпения, волею Бог под землею впечатлеется, и же вышних живи, яко льстец Бог оклеветается, Его же отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки. Не рыдай меня, мать, зрящего гробе Его же в чреве семени зачалайся сына. Восстану бой, прославлюся, и вознесу со славой непрестанной, яко Бог верою и любовью тебя величающая. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. В страннем твоем Рождестве, болезни избежавший, по чистеству обложихся безначальный сыне. Ныне же я, Боже мой, бездыханно зрящий мертво, оружием печаль растерзается люди. Но воскресни, яко да возвеличуся. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Земля покрывает мя хотящие, но устрашаются ады уратницы. Один видишь одежду, окровавленную мати отмщения, враги бо крестом поразив, яко Бог воскреснул, паки и возвеличу тебя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Да радуется тварь, и да веселятся все земнородние, враг бо пленися ад. С мира жены да сретают Адама с Евы, избавляются ровно, и в третий день воскресну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И когда снишился к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвился и блистанием божества.
и даже умерший от преисподних воскресил, еси, и вся сила небесная взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе! От Луки Святого Евангелия чтением. Братья, в первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленный от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Во имя. Анна, Святого Евангелия, чтение. Первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?»
Она думает, что это садовник говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему, отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Сказав это, Он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангелы поют на небесе, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славить. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангелы поют. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангелы поют на небесе, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите. Христос воскресе! Воистину воскресе! Бог и расточаться в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Як бы исчезай дым, да исчезнул, як оттает воск от лица огня. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим
куда погибнут грешницы от лица Божия праведницы, да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровав. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Христос воскресе из мертвых, смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. И ныне и пресны во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим во гробе живо даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни. И от земли к небеси Христос Бог нас приведи, победную поющие. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствуя и узрим неприступным светом воскресения. Христа предстающийся и радуйтесь ликуща, ясно-то услышим победную поющие. Христос воскресе из мертвых, небеса уба достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый, же весь и невидимый, Христос Бог оставит семьи и вечное. Идите, пиво пьем новое, ни от камени, ни плодно чуждоземное. Но не тление источник из гроба дождишься Христа, в ней же утверждаемся. Христос воскресе из мертвых, ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует уба вся тварь восстание Христово, в ней же утверждается. Христос воскресе из мертвых, вчера спогребовался тебе, Христе, совостою вниз воскресший тебе. Сразвинался тебе вчера, сам нас прославил, спасибо царстве твоем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Наша Пасха, Его Бог истинен, совершен.
воскресшим речися. Христос воскресе из мертвых, я поединолетний агнец, благословенный на венец Христос, волею за всех закланный, Пасха очистительная, и паки из гроба красное, правды на Россия солнце. Христос воскресе из мертвых, Бога Отец угодовит предсенным ковчегом, скакавши играя, люди же Божии святые, образом сбитые зрящие, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. И утреннюю глубоку, и вместо мира петь принеси Владыце, и Христа узрим, правды солнце, всем жизнь воссияюща. Христос воскресе из мертвых, безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержащие зряще, свету и дяху Христе веселыми ногами, послухающий вечную. Христос воскресе из мертвых, приступим священно зашли, исходящий Христу из гроба, яко жениху, и с праздной любопазностью нечинный Пасху Божию спасительную. Снишились и преисподняя земли, сокрушились и велие вечные, содержащие связанные Христе, и предмели яко от кита Иона, воскресе от гроба. Христос воскресе из мертвых, сохранится на знамение Христе, воскресе от гроба. Ключи девы невредимы в Рождестве Твоем, и отверзлись и на братские двери. Христос воскресе из мертвых, спаси мой живое жизнь, жертвенное заколение, яко Бог сам себе волею привет Отцу. Совоскресились и все родного Адама, воскрес от гроба. Христос воскресе! Воистину воскресе! Ночи во гроб спешились и бессмертные, но Адаму разрушились и силу, и воскресился, яко победитель Христе Боже. Жена мира носится вещам, и радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, отшиба дай воскресенье. Еже прежде солнце, солнце зашедшее в гроб, предваривши поутру ищущие, ожидание мира носится девы, и друга ко друзей вопияк у трубини. Придите вонями, поможем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащую в гробе. Иди почимся, яко же во все поклонимся, и принеси мира, яко дары не пили на плащанице обитому, и плачем и возопием о владыку стани, падшим подаря воскресенье. Воскресенье Христово видеше, поклониться святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты боишься, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Всему придет Христом радость всему миру, святого благословящего Господа, Твоим воскресение Его, распятие Его претерпе, смерти
живот вечный, и верю милость. От раки, от пищи избавленный, был человек страшен, яко смертен, и страстью смертною не облучит благолепие, един благословен Отце Бог и прекрасловлен. Христос воскресе из мертвых, жены с миром благомудрые, смерть тебе течаху, я Божия умерла со слезами и скаху, поклонившись радующийся живому Богу, и Пасху тайную твоим Христе учеником благовестиша. Христос воскресе из мертвых, смерти праздную умышление, адово разрушение, и много жития вечного начала, и играющий поем виновного, единого благословенного, Отце Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых, якого истинно священное и всепразднественное, сие спасительное, научи светозарная, светоносного не восстания, сущий правозвестница, ниже безветный свет из гроба плоский зема сия. Сей нареченный святый день, един судьба царь и Господь, праздника праздник, и торжество есть торжеств. Вам же благословим Христа во веки. Христос воскресе из мертвых. Придите нового винограда рождения, божественного веселья. В нарочитом дни воскресения Царствие Христово приобщимся, поющие умерто Бога во веки. Христос воскресе из мертвых. Возведи от источник твои сиони, и вести внутри души к тебе, яко Бога светлое светило от запада и севера и моря, и востока чада твоя, тебе благословящая Христа во веки. Пресвятая Троица Божия, наш слава тебе! Отче, Вседержителю и Слове, и Душе, кремя соединяемое во ипостаси Христество, Пресущественнее и Пребожественнее, Тя Христиком все и Тя благословим во все веки. Христос воскресе! Воистину воскресе! Божественного, любезного, сладчайшего твоего гласа,
С нами бо не ложно обещался и все быть, до скончания века Христе. Его же верные утверждения, надежды имущие, радуемся. Христос воскресе из мертвых, о Пасха велия и священнейшая Христе, о мудрости и славе Божьей силу. Подавай нам истинно тебе причащайтесь в невечернем дни царствия твоего. Светися, светися, Новый Иерусалим, слава Богосподня на тебе и воссия. Легой ныне веселиться сегодня, ты же чистая красуйся, Богородице, а восстание Рождества твоего. Христос воскресе! Воистину воскресе! Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству, величестве Его. Поем Твое, Христе, спасительную страсть, и славим Твое воскресение. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гуслях. Крест претерпевый смерть, упразднивый воскреси из мертвых, умери нашу жизнь, Господи, яко един всесилен. Хвалите Его в тимпане лице, хвалите Его во струнах и органе. Ада пленивый человека, воскреси и воскресни, воскресением Твоим, Христе, сподобены, чистым сердцем Тебе петь и славите.
Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Боголепное Твое снисхождение, славящее поем Тебя, Христе, родился Иси от Девы, и неразлучен был Иси от Отца, пострадал Иси, яко человек, и волею претерпел Иси крест, воскресл Иси от гроба, яко от чертога происшед, да спасешь и мир, Господи, слава Тебе! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Пасха, священная нам здесь показалась, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха древески нам отверзающая, Пасха всех освящающая бедных, яко исчезает дым, да исчезнут. Придите, отведение жены благовестницы, и всего нацвете. Приятно с радостью благовещения воскресения Христова. Красуйся, ликуй, и радуйся, Иерусалиме. Царица у земли гроба, яко жениха происходяща. Так она погибнет грешница от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены утром глубоку представша гроба живодавца, обретоша и той крови щатым сице глаголаше, что ищите живого с мертвыми, что плачете нетленного ватли, шедше проповедите учеником его. Святыни Божи святые, Господь возрадуйся и возвесели. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная, нам Василия, Пасха радостью друг друга обнимем. Живот даровал,
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть побрав, и сущему гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! От Матфея Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отворил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стрекущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Слава тебе, Господи, слава тебе, освети, не сребролюбие мира ли сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но твои славицы наказуя очи огни златоустье, молись слово Христа Бога, спасися душа нашим. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, воскресился, яко победитель Христе Божий, жена
веща вы радуйтесь, и твоим апостолам мир даруя, падшим подаяй воскресенье. В гробе плоский в одежде с души якобо, раиже с разбойником и на престоле был и все Христе со всем и духом, вся исполняя неописанный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко живо носит, яко рая краснейший, воистину и чертога всякого царского показался святейший Христе гроб Твой, источник нашего воскресения. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Вышли в освященное божественное селение, радуйся, тобою благодейся, радость Богородицы зовущей. Благословенна ты, жена Пресвятая непорочная Владычица. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую и героиню, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущая Богородица Тя величает. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нам. Аминь. Воскресе из мертвых, смерть из мертвых раб, Иисущего гробе живого рва, Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть помрав, Иисущего гробе живого рва, Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть помрав, Иисущего гробе живого рва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Деяния святых апостолов, чтение. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Единого Бога со всеми жителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога, истина от Бога, истина, рожденно, несотворенно, едино, сущно, Отцуем же все выше, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы и вочеловечился, распятого же за мной преподнесся Пилате, и страдавшая, и погребенная, и воскресшая,
Его в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего весною Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, и Божий царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном с поклоняемой славим оглаголавшего пророки, но едину святую соборную и апостольскую церковь, и исповедую едино крещение восставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ангел вопияше благодать нечистая, Дева, радуйся, и паки веку радуйся, твой Сын воскресе пред ними над гробом, и мертвые воздвигнувые люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Бога Господня на тебе и Россия. Ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Помяни, Господи, владыку нашего митрополита Иоанна, епископа Евтихия, протоиерея Кима, диакона Евгения, отца Игнатия, помоги в трудах. Помяни, Господи, всех, кто заповедал нам недостойно молиться, не по великой Твоей милости, всех болящих, путешествующих, Господи. Тебе же подобает хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Праздничное богослужение кончено. Следующее богослужение у нас в храме будет в понедельник в 8 утра. Христос воскресе, смертью смертью смерть поправ, и несущий во гробе живой дорогу. Христос воскресе, смертью смертью смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. Христос воскресе, смертью смертью смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. И нам дорого живот вечный, поклоняемся Его трепетному воскресению. Воистину воскресе. Воскресил престола величие, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Ну что молчишь? Христу Твоему.
Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Володя, Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Володя, Христос воскрес! Дайте я поцелую! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живо даровал. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живо даровал. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус.
куда погибнут грешницы от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. И ныне и пресный во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Воскликните, Господи, ведь все земля. Пойте же имени Его, дадите славу, хвали Его. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Слите Богу, коль страшна Его Твоя, во множестве силы Твоей служу Тебе грози Твои. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Христос воскресе! Воистину воскресе! Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое наны и помилуй мы. Спаси мы, Сыне Божий, воскреси из мертвых поющие Тебе, аллилуйя. Да познаем на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое. Спаси мы, Сыне Божий, воскреси из мертвых поющие Тебе, аллилуйя. Да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все. Спаси мы, Сыне Божий, воскреси из мертвых поющие Тебе, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий бессмертен Сын, и изволен спасение нашего ради. Воплотитесь от Святые Богородицы и Пресвятой Марии, непреложного человечества. Распнися же, Христе Божий, смертью и смерть поправы, единцы святые Троицы, с прославляем Отцу и Святому Духу, спаси нас. Христос воскресе! Воистину воскресе! Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть.
исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огнем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровав. Покуда погибнут грешницы от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, церква, благословите Бога Господа, от источник Израилевы. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровав. Пред Боже утро я же Марии, и обрече я камень отвали над гроба, слышаху от ангела во свете пресносущим сущего. Смерть уж ничто ищите яко человека. Видите, гробные белены тенцети, миру проповедите, яко восстать Господь умертвимый смерть, яко есть Сын Бога, спасающего род человеческий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и во веки веков, аминь. Аще и во грознейшей лысили смертни, но Адаму разрушились и силу, и воскресися, яко победите Христе Боже. Жена мира носится, веща вы радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресенье. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Елисы, Бог Христа, крестися, Бог Христа, припустися, аллилуйя. Елисы, Бог Христа, крестися, Бог Христа, аллилуйя. Елисы, Бог Христа, крестися, Бог Христа, облекостися, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Бог Христа, облекостися, аллилуйя. Елисы, Бог Христа, крестися, Бог Христа, облекостися, аллилуйя. Протемен глас есмы, сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Исповедуйтеся, Господи, века благ, яко век милости Его. Сведение Божие сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вновь. Сведение Божие сотвори, Господь, Анна, святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Начало было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
был человек, посланный от Бога именем Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати истины, и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа». Слава тебе, Господи!